Слушай, сколько ты сейчас зарабатываешь? Вообще, сколько у тебя осталось? Примерно 37 тысяч. Ну да, после налогов и всего, да. Слушай, я только что женился, со мной о делах, говоришь. Я знаю, что ты женился. Ты не хочешь вложить деньги в компанию по производству продовольственных пресервов? Пресервов? Да. Я вообще-то ими никогда не пользуюсь.